Всем привет! Едем смотреть машину за 5000 рублей. Посмотрим ее состояние. Машина с документами. По словам хозяина, на нее падало дерево. Она без ручек, с разбитыми стеклами какими-то там. Попробуем ее восстановить. За 5000 рублей что не купить машину, правильно же? Потом будем пилить видосы, делать годный контент. Попробуем что-нибудь интересненькое с ней сотворить. Ну все, сейчас посмотрим, что машина из себя представляет. И вам покажу. Сейчас посмотрим, что там за 5000 нам предлагают. 5000 рублей машина с документами. Вот она, красавица. Не, ну а что, 5000 рублей? Что хотеть за 5000 рублей? Упс, кажется, ручек нет. Да, и ручек нет, как обещали. Не, ну надо ее это. Может, она просто грязная, а не ржавая. Ладно, сейчас посмотрим, обойдем вокруг машину, покажу. И сам посмотрю. Интересный автомобиль. 5000 рублей. Долго она стоит. Блин, как же мы в нее попадем-то внутрь? Надо колеса накачать. Вот еще аксессуар. А, вот стекло разбито вот так, да? Первое стекло разбито, второе еще целое. Скотчем заклеить, на 3 года хватит. Это валиком все покрасить. Ни одной ручки нет. А как же так получилось, что ни одной ручки? А, рассохлись, отсохли, сгнили. В общем, сейчас откроем салон, посмотрим, что в салоне и что с двигателем. Открылось? А как же теперь дальше? А? Отверткой? А, нет, на камеру не надо показывать этого. Кого? Как открываем-то? А, чтобы не угнали, да? Конечно. Набор. А то угонят. Все, я больше не буду показывать. Открываем дверку. О, открыл, да? О, запах старой машины. Не, ну так-то что? Понятное дело, она стоит 8 лет. Да нормально. Вообще, вполне. Коробка передач. Фига коробка. Тём, коробка нормально щелкается, она даже это. Упругенькая такая. Походу, там у нас не накачается? Попробуем накачать-то. Не-не-не, по-моему, кто-то уже продырявил вот так. Да? Ну, смотри, как лежит, вообще стоит. Ну вот дырка, смотри, какая-то. Вставай, Катюк. Дырка, да? Ну, не дырка. Вот а, не, ну они такие были. Да? Тресканные все. Это оригинальная, что ли, резинка? Конечно. Да ладно? Ну, конечно. У меня еще, кстати, есть баллоны все. Да? Да, целые, хорошие, новые. Давай двигатель откроем, Тём. А как же так вот? А вот видишь, теперь ее каждый раз надо вот так. Тут. О, видишь? Надо чуть-чуть. Блин, потом покажешь, что на мне. Давай. А как ее? Ну все еще умер. Ой, ё. Что двигатель? Печально-то. А что, смотри, он даже потеков нет почти. А, есть чуть-чуть, он там что-то. Потеки есть? Да, не было раньше. О. А как она? Крепится вот так? В любую дырку вставляю, все. Смотри, что-то. Да вообще. Сейчас, в общем, достаем аккумулятор, да? Несем аккумулятор и все. Нет. Подрезали, что ли, мне его? Тём, аккумулятор получается дороже, чем машина. Ясно. Прикинь, я же долбоёб, я сюда покупал за 500 рублей, Тём. Вообще, вот ты говоришь, знаешь, 500 рублей? Да, я вложил бабок немерено просто, вообще, вот тачку, душу вложил. А сколько хозяев-то у нее? Один до сих пор. Один владелец, да? А какого она года хоть? 94. О, 94-го года и один владелец все время? Да. Даже вот эти все эти чашки, смотри, не гнилые, да? Да ну ты что, капец, вообще? Ты аккуратней.
Что сначала одевают? Плюс или минус? Сначала одевают этот. Минус. Минус сначала. Блин, интересно, работает? Не знаю. Давай бензин. Где он? А, бензин, да. Давай бензин, где бензин. Сейчас иду за бензином. Блин, надо было просто взять этот, я же тебе говорил. Блин, как тут называется? Вся проблема с этой канистрой, что ли? А, ну она вот можно, это можно взять. Да ты его поставь пока куда не то хоть. Ну, слушай, а да. С открытым капотом что ли поедем? Куда поедем, надо везти сначала. Поехать собрался. Подожди. Так, а то есть какой у нас режим? Холод. Все подсосом, да? Правильно же? Холод. Тем, подсос не работает. Да, это плохо. Ты что ж надо залить? Как залить-то? Ну как, что, залить? Он хрюкать должен вот так, да, да. А он не хрюкает уже. Блин, если резинка лопнет, то вообще капец. Да, беда. Нет, нет, ничего. Плохо. Ладно, сейчас будем что-нибудь думать. Продолжение следует. Сейчас будет первый запуск москвича. Насос почему-то не качает. Может быть, надо стартером крутануть, и будет все нормально. Еще непонятно пока. Шланги используем для подачи бензина металлические. Давай. Сейчас посмотрим, отсюда будет вылетать бензин или нет. А, Тём, подожди. Может быть, одеть фильтр-то? Зачем, чтобы он вылетал-то? Этот, топливный, вот этот маленький. Шланчик я одел. Все, давай. Пробуй. Интересно, он вообще крутит или нет? Походу нет. Ну чё? Ну все, давай. Тихо. Чё? Не, подожди. Чё-то не хочет крутить. Ну шевелится. А? Звук странный какой-то, да? Не знаю, давай. А что, звук странный, он даже тр-тр-тр-тр нормально дергается. Замерз, наверное. Что скребет? Подожди еще раз, вон там что-то скребет. Давай, попробуй. Тихо, у него это. Ремень проскальзывает, этот. Да, ремень проскальзывает. Ведущий, ну, который генераторный. В общем, ремень скинули. Вернее, не скинули, а хорошо ослабили. Может, он здесь прикипел, но мы его не можем что-то отсоединить. Здесь тоже насос стал качать. У него чуть-чуть стартером провернули. И насос стал качать. Сейчас удлиним, чтобы все хорошо было, и будем заводить. Еле-еле нашли щуп. Находится он вот здесь вот. Мы это не знали. Проверим масло. Масло целое. Масло целое. Масло есть. А сколько масла лет вот этому? Не знаю, лет 10. 10 лет? Какой 10, я не знаю, больше, наверное. Блин, масло моторное какое долговечное. 10 лет масло. Не разлагается. Вообще. Все, заводим. Пробуем заводить. Вот. Панелька, кстати, вся работает. Все хорошо. Завожу! Давай. Пробуем. Раз, два, три. Завелся. Завелся, москвич. Ну-ка. Посмотрим, как работает. Ой, нифига как тихо работает-то. Нифига, красавчик. Нормально, нормально. Маслай, звук слышишь? Хороший. Да. Извиняющий. Не было. Он не заколобит. Да еще здесь он функцию без ремня чиркает там все. А, да? Да. А, у нас ничего не крутится? Конечно, у нас ничего не крутится здесь. Поэтому тишина, сейчас подключишь генератор, все подшипники зашумят, закрутятся. Ну, все работает. Как работает? Из
Ну что страшно, что он охлаждается? Да сколько там там нагреется? Да конечно, сейчас чуть согреется. Надо чуть-чуть это. Пошу, да конечно, вот это. Ну что это самое? Как-то он подстраивает. Да? Сейчас трамблер разберем, почистим еще. Так машина работает. Да ладно, глуши. Глуши, глуши. Работа подрезать. Да не надо. Нет? Сейчас еще заведем. Какой-то у него звук такой. Да, не говорю. А почему так странно? Ну слушай, мне кажется, он ремнем просто там чиркает, наверное, звук такой резиновый. Да, какой-то это, звук странный такой, как будто он это сейчас заклинит. А чего я полез сюда? Заглушить. А, глуши. В общем, машина завелась, работает нормально. Сейчас дальше подналадим и посмотрим, может поедем на ней. Колеса надо еще накачать. Тут, наверное, все прикипело, сейчас она будет... А тут есть вообще тем эти передние диски тормозные? А, есть вроде, да. Ладно, сейчас попробуем. Блин, зеркала нету. Ну ладно. Продолжаем, в общем, мучиться. Попробуем сейчас накачать колеса. Ох, в таком состоянии они. Состояние и нестояние. Может быть накачается, может повезет. Сейчас посмотрим. Все, колесо накачалось, как ни странно. Колесо накачано. Ой. Почти 2 атмосфера, но этого достаточно. Сейчас попробуем заднее. Оно тоже такое же. И вот самое фиговое колесо, это вот это. Не знаю, что с ним делать будем. Оно, видимо, проколото. И тут вот такие вот трещины по всему колесу. Колесо все, даже оставь, колесо сейчас перекачали. Оставить? Сейчас. А я могу так спустить, вот. Ага, ну что, сейчас. У тебя нет такого? Не, не, можно вот так чик-чик-чик подрегулировал. Современный. Очень удобный насос. Рекламная интеграция, да? Да. У меня рекламы много на канале. Шкоды. Теперь москвич будет. Все, осталось накачать только вот это колесо. Но это ладно. Сейчас надо попробовать его сдвинуть с места, а потом дальше заниматься. А как это делать? Попробуем передвинуть машину. Все передвинули, теперь дверь открывается нормально. С помощью отвертки. Ну да. Тихо-тихо. Скрипит приятно. Не ломай мою машину. Натянули приводной ремень, сейчас попробуем. Будет крутиться вот этот вот вал или нет. А то ремень проскальзывал. Либо что-то заклинило, либо еще что-то. Что-то заводишь? Я не поправлю. Давай скорее. Подписчики ждут. Ну, давай, давай чуть-чуть. На скорость, смотри, меня не сбей там. Давай. Да. 3, давай. Все, заклинило что-то. Блин. Что-то заклинило, ага. Сейчас надо опять что-нибудь сделать. Сейчас что-нибудь придумаем. Движемся в правильном направлении. Двигатель завелся, помпа крутится, короче говоря, помпа закисла и на месте стояла.
Мы ее еле сдвинули молотком, долбили по ней. Короче, чуть-чуть провернули. По чуть-чуть, в общем, она закрутилась. Потом ремнем натянули, пошевелили, вроде пошло. Сейчас двигатель работает, все ровно. Скоро можно будет выезжать. Закончился бензин, сейчас ездил, купил 92-го 5 литров. Будем продолжать мучиться ее восстанавливать, чтобы куда-нибудь то хоть уехать на ней. А чтобы уехать, тоже проблема. Потому что в баке непонятно какой бензин там, сколько он стоял. Хрен знает, что там залито. Ладно, сейчас попробуем. Или в бак зальем, попробуем до полного. Наполним его и, может быть, разбавится и будет нормально. В общем, потихоньку москвич устанавливается. Дело идет. Заводится хорошо на холодную, а вот поработает и троить начинает. Еще больше троить начинает. А газуется нормально, кстати, оборот набирает. В общем, уже ночь на дворе. Москвич завели, бак прочистили. Москвич работает, все нормально, но троит немного. Свечи надо еще раз поменять. В общем, оставили его пока у хозяина во дворе, там же, где он и стоял. После работы приеду, заберу его. И будем думать дальше, что делать. Посмотрим, как он едет. И что надо с ним делать. В общем, продолжение следует. Смотрите, ждите. Пока.